администрации района прошло очередное планерное совещание. Главная тема встречи – подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса Евгений Овчинников доложил, что на подготовительные мероприятия выделено более 31 миллиона рублей. На сегодняшний день план мероприятий по подготовке систем теплоснабжения выполнен на сумму 2,8 миллиона рублей, что составляет 9% от плана. О проделанной работе отчитались и представители теплоснабжающих организаций района. Сейчас проводят ремонт котельных и теплотрасс, автоматики. В многоквартирных домах системы теплоснабжения промоют и опрессуют. Эти работы должны провести до 28 августа. Глава района Андрей Дорошевский поручил всем ответственным лицам составить график, где будут прописаны четкие сроки выполнения каждого вида работ. Только так можно отследить реальную степень подготовки к отопительному сезону. Здесь же прошло заседание муниципального штаба по дегазификации. Директор филиала «Газпром» газораспределения «Краснодар» Дмитрий Рудоманов рассказал, что компания наконец-то нашла ответственного подрядчика. И сейчас темп работ заметно ускорился. Обсудили и инвестиционный потенциал района. С начала 2023 года подписано 6 протоколов о намерениях на сумму более 14 миллиардов рублей. Кроме того, готовятся еще 5 соглашений в сфере инвестиций.